Приоралье посетила делегация из Жамбылской области. Визит прошел в рамках развития межрегионального сотрудничества. Гости побывали на некоторых социальных объектах, ознакомились с промышленным потенциалом региона, возможностями взаимодействия. Стороны подписали ряд соглашений о сотрудничестве в сфере промышленности, культуры и сельского хозяйства. К примеру, теперь взамен на сахар в Жамбылскую область поставят свыше 100 тысяч тонн кызылординского риса. У нас хорошо развита химическая промышленность. Мы можем поставлять удобрения, радиаторы, цемент и другие строительные материалы, такие как гранит и флюорит. Поэтому подписанные двусторонние соглашения будут только способствовать развитию наших регионов. Мы подписали соглашение о поставке риса в Жамбыльскую область. По просьбе рисоводов будем получать взамен на зерно необходимые агрохозяйством удобрения. Межрегиональная кооперация позволит нам не только укрепить взаимосотрудничество между регионами, но и решить многие вопросы.